На мероприятии присутствовали почетные гости. Заместитель главы Александр Новиков, председатель комитета по образованию Татьяна Токарева и настоятель Богородицы Скоропятинского кафедрального собора протоиерей Виталий Сладков. Они отметили важность этого проекта для современной молодежи. Мы все прекрасно понимаем, молодежь – это те, кто будет созидать наше общество, создавать в нем настроение должное. И вот от состояния молодых людей, от их принципов жизненных, которые они себе выбирают, от наличия у них некого нравственного стержня, конечно же, мы все прекрасно понимаем, зависит то, каким будет в дальнейшем наше будущее, каким будет наше общество. На церемонии награждения грамоты получили не только школьники города в различных номинациях, но и сотрудники комитета по образованию, педработники и руководители образовательных организаций. Программа муниципального этапа была очень обширна. Она включала в себя разные мероприятия. Акция «День добрых дел», круглые столы учителей, старшеклассников, воспитателей, мастер-классы и конкурсы творческих работ. Дарья Смыслова получила первое место за участие в конкурсе «Добрый мир православия» в номинации «Рисунок». Победительница рассказала, почему она решила участвовать в конкурсе. Мне очень понравилась тема именно конкурса. Я захотела поучаствовать в нем. Руководитель мой был Вера Хайдаровна, преподаватель в детском доме творчества. Было очень приятно, что меня наградили первым местом за рисунок. Второй региональный этап рождественских образовательных чтений пройдет с 20 ноября по 10 декабря. Алина Сазонтова, Ирина Нурматова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.